Глава Якутии направил соболезнования губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа. От имени жителей республики и от себя лично Егор Борисов выразил Дмитрию Кобылкину искренние соболезнования в связи с гибелью людей при падении вертолета Ми-8. «Трудно найти слова утешения. Горечь потери невосполнима. Скорбим с вами», — говорится в телеграмме. Напомним, что вертолет Ми-8, направляющийся из Красноярского края в Ямало-Ненецкий автономный округ, потерпел крушение вечером в пятницу около ямальского поселка Уренгой. Из находившихся на борту 22 пассажиров и членов экипажа выжило только трое.